Это было волшебное лето. Ной жил в деревне, Элли приехала из города. Они познакомились на ярмарке. У них не могло быть ничего общего, но когда Ной увидел Элли, что-то внутри него перевернулось. Пойдешь со мной на свидание? Нет! Нет? Черт, рука соскальзывает! Хорошо, хорошо, я пойду! Не надо делать мне одолжение! Нет, я хочу этого! Я не слышу! Я хочу пойти с тобой на свидание! Ладно, ладно, я согласен. Они полюбили друг друга? Да, полюбили. Потанцуем? Конечно. Красивая история. Мне кажется, я уже слышала ее. Это как сон. А чем ты занимаешься, Ной? Я работаю на лесопилке. И сколько зарабатываешь? 40 центов в час. Это должно прекратиться. Ной, он хороший молодой человек, но он тебе не пара. Я не знаю, что нам делать. Ты его больше не увидишь, и точка. По мотивам бестселлера Николаса Спаркса. Мисс, как насчет свидания? История любви. Трудно забыть свою первую любовь, но я хочу, чтобы ты была моей. Выходи за меня. О которой мы все мечтаем. Я увидела твою фотографию в газете и решила навестить тебя. К которой стремимся. У меня есть жених. И кого же она выбрала? Кто предназначен нам судьбой? Почему ты не писал мне? Я ждала тебя 7 лет. Я писал тебе каждый день, целый год. New Line Cinema представляет в фильме Ника Кассаветиса. Когда я читаю ей, она все вспоминает. Дневник памяти.